Бежать! Давай, давай! Спокойно! Погоня за торнадо. Бейсболисты с ураганной скоростью проносятся в обороне соперника. И это в товарищеской игре. В чемпионате команда планирует выступить с ударной мощью. Непосредственно я перед ребятами вместе с тренером ставим высокие задачи. В первую очередь выиграть чемпионат и Кубок Молдовы. Правда, дата старта сезона неизвестна, но при хорошем карантино-раскладе чемпионат начнется в сентябре. Вынуждай питчера бросить во вторую. Вынуждай бросить его. Питчеры, кетчеры и филдеры после коронаволны вернулись в свою стихию. Для торнадо из Дюшор уже четвертый матч и четвертая ничья. Месяца 2-3 это надо восстановить все, весь процесс, все тренировки, отбивания, бег. В основном это бег, броски, дети подзабыли немножко. Как бы они все знали, но чуть-чуть подзабыли. Вот мы начали тренироваться, они начали все вспоминать и бегают. Вот на игре это все показывается. К летнему межсезонью команды словно шторм затихают. В это время открывается трансферное окно. 6 лет в команде, бульдоги и первый переход в бейсбольной карьере. Анатолия Юрьева затянул торнадо-клуб. Неделю на просмотре. Более сильные игроки. Раньше это было не так. То есть это и броски слабже, и сами отбил мяч. И принять его было раньше легко, а сейчас это надо вложиться, чтобы этот мяч поймать. То есть это более мне нравится. А это опытный бейсболист Виталий Мавромати. Играет сразу в двух чемпионатах – Молдавии и Болгарии. Должны были играть еще в этом году, но так как карантин, пускают только граждан Болгарии, и мы не смогли поехать. Бейсболисты врываются в новый сезон. В одном потоке команды тренируются, проводят товарищеские матчи и укрепляют состав. После долгого перерыва сезон начнется с новой силой. И угнаться за календарем будет непросто.